Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Поехали, будем опять подниматься с тобой в рейтинге. Так, ну что, мы с тобой в данный момент на 18 ранге. Думаю, сегодня мы должны дойти до 20-го. Ну, попробуем. Так, буду играть я, наверное, за разгрома пока. Пару боев сделаем. Думаю, ничего страшного не случится. Так, ищем соперника. Нашли. Не пришлось долго ждать, и это радует. Но против меня поставили 20 ранг. Ладушки, надеюсь, мы с тобой здесь справимся. В принципе, и карты неплохие мне дали. Отличная рука. Что я могу еще сказать по этому поводу? Первого хода нет, но здесь ничего страшного, ребят. Ага. Делает рикошет. Понятно. А в таком случае мне лучше, конечно, здесь ставить сумоиста. Так, задумался, да? Кого он? Ага, рикошет надгробия, ребят, смотри. Неплохо вооружился, я тебе скажу, зеленая тень. Так, давай проверим еще разок. Сумоист, выходим. Так, есть у тебя еще? Чтобы убрать мое надгробие или нету? Похоже, нету. Ладно, тогда мы, наверное, будем, ребята, притягивать сюда этого хмыреныша мелкого, да? Примитивный горохострел. Я думаю, что многие его запомнили, да? По юрскому этому периоду. Именно из «Растений против зомби 2». Что-то зеленая тень думает. Ага. Слушай, ну тогда лучше нам, наверное, все-таки... Нет, вот этого я все-таки, ребят, возьму. Давай его обманем. Тыч. Так. Слушай, пока применять ничего не будем с тобой. Иди отсюда. Вот сейчас очень хорошо он сделал. Так сказать, помог мне. Угу. Ну, а мы с тобой делаем следующим образом. Выставляем сюда сумоиста. И выставим с тобой... Ну, вот так вот, охотника. Давай смотреть, что он будет делать. У него 4 энергии, но, в принципе, он может прокачать, да, его. Но мы тогда на следующем ходу его уничтожим. Или же он кого-то поставит напротив могилки, скорее всего. Тут очень много вариантов, как ему поступить. Он может уничтожить мне, да, вот этого зомби. Тогда на следующем ходу я поставлю вот этого зомби. Но там, опять же, он появляется из надгробия. А вдруг у него есть убрать надгробие с поля? Слушай, что-то он задумался, ребята. Неужели сдаться решил, а? Я в это не могу поверить. Нет, он не сдается. Так, иди сюда. Поменяемся, короче. Так, ну что? Бум. Ага. Ну что? Нормуль, нормуль, друзья мои. Так, давай-ка вызовем с тобой спортсмена. Ох, как шикарно-то. Еще тогда одного. Да, неплохо. Смотри. 3 и тут 4, 7 единиц урона потенциальных. Но он, конечно, может от половины сейчас избавиться. А может быть даже и от всех. У меня есть, ребята, прокачка. 2 плюс 2. То есть 2 к атаке, 2 к хп. Можно поставить именно вот на этого. Сейчас посмотрим, а кто там у нас? Эдгард 1003. У него 20 ранг. В принципе, не очень-то и далеко от меня ушел. Но что-то он немножко подтупливает. Или слишком долго соображает. Я не знаю, ребят. Так, я могу на следующий ход вызвать вот этого, скорее всего, зомби. А может быть, у него какой-то план есть коварный. И он ищет те карты, которые ему нужны, чтобы сделать комбо. Но тут, по ходу дела, не пахнет никаким комбо. Хотя, смотри-ка, воу, ну вот это, я считаю, глупо, ребят. Тьфу.
Тогда поехали. 5 в лицо, да еще 2. 7. Десятка у него остается, да? А, нет. Сработала защита. Ну? Ну что ты там думаешь? У тебя наверняка этот горох по центру. Или ты все-таки решил... А, нет, заморозка у него, ребят. Ну, конечно, заморозка. Утягивает карту. Окей. Так, у меня, смотри, у меня есть Йетти. Давай вызывать его. Да, неплохая картишка мне выпала. И вот так с тобой сделаем. Так, зеленая тень немножко напряглась, по ходу дела. У него 12 хп, то есть получается... Опа, опачки. Так, уже интересно становится, смотри-ка. Раздухарился, друзья мои. Раздухарился парень. Я смотрю, и не на шуточку, да? Так, вот этого, пожалуй, уберем отсюда. Поехали. Так, минус. 3 в лицо. Ну, этого, конечно, добить мы не сможем. Это пока. Так, ну что, с этим надо разбираться, да? Как мы будем это делать? Да есть у меня одна идейка, в принципе-то. Можно сделать вот так. И смотрим, что он будет делать. У него 7 здоровья, да? Плюс у него сработает сейчас щит. Ух ты, смотри, кого он вызвал. Нормуль. Так, давай сюда переключайся. Двойной удар получает здесь, да? Нет, парень, здесь ты, к сожалению, не попал. Дай-ка я, наверное, сделаю, знаешь что? Блин, этот же будет прокачиваться, так ведь? Да, он будет прокачиваться, ребята. Поэтому сделаем вот так. Так, 2 в лицо, конечно, получим, но ничего страшного. Переживем уж как-нибудь. Давай, бей. Так, мы уничтожаем. И здесь обмен у нас происходит. Шикарно. Ну что, надо как-то с этим теперь разобраться. Уже, ребята, есть вариант. Делаем вот так. И, наверное, позову Йети сюда. Давай-ка карту мне вытягивай. Ох, отлично, друзья. Так, разделение получает плюс 3, плюс 3. А он в курсе, что у меня здесь бессмертный? Ну, на первое время, конечно же. Что у него за колода, ребят, я не знаю. Очень странно, очень. Так, что я могу сделать? Ну, давай сделаем с тобой вот так вот. Ух, прокачался, да? Так, этого в минус. Пока все великолепно. Ну что, надо убирать этого хлыща, я думаю. Как нам это сделать? Легко и просто. Кликаем сюда. Через эволюцию мы его уничтожаем. Вот так вот. После этого мы вызываем с тобой еще раз Йети. И он вытягивает карту. Мне кажется, он сдастся почему-то, ребят. Ну... 3 единички здоровья. Я не знаю, что должно такое случиться, чтобы здесь ему выиграть. Опа! А вот и чудо, которое ему помогло. Ну, это пока, ребят. Да, это пока. Так, горошина у тебя, да, по центру? Так и есть. Ой, зря ты так, парнишка, шутишь. Ой, зря. Ну, что поделаешь. Ну что же, вызываем. Блин, а фиг знает, кто у него там еще будет, да? Мы с тобой этого не знаем. Нет, конечно. Поэтому мы сделаем с тобой по-хитрому. Так. И вот так. Ну, я думаю, что еще вот так вот можно. Смотрим, вдруг у него еще один такой огурец есть. Фиг его знает. Нет, ребятушки. Ой, все. Походу дела он приплыл. Давай-ка сюда.
Ну что, поехали. Так. Сюда. И все, ребята. Крышка зеленой тени. Иха, вот именно. Так, и мы с тобой получаем еще 75 билетов. Прекрасно. Ребят, серебряная лига. Так, две звездочки мы с тобой получили. Вау. Так, нанесите 20 единиц урона героям разгром. Ага, так, нам выиграть 5 многопользовательских игр нужно. И выиграть игру мега выросшим растением героем. Что-то новенькое, да? Так, ну что, 5 игр-то по-любому мы с тобой сыграем. Ну что, давай мы с тобой выберем теперь другое какое-нибудь. Или растение, может быть. Не, давай-ка зомби. Кого можно взять? Ну вот я, например, давно не играл за ржавый разряд. Давай немножко поиграем, попробуем выиграть. Прикольный довольно чувачок, да? Так что... Ух ты, 8-й ранг мне дали. Ладно, предположим. Давай этого уберем пока. И вот этого. Блин. Ну как так-то, а? Я даже не успел поиграть, друзья. Только настроился и все. Твою же налево. Мы с тобой перешли уже на следующий ранг. На 19-й получается, да? Но все равно я хочу сыграть. Я хочу именно поиграть за ржавый разряд. Так, надеюсь, этот... Оу, 26-й, ну не настолько же мощного-то давать. Зачем? Зачем так сразу же, а? Ну что, ребята, поехали. Первого хода нет, второго тоже нет. Третий ход только лишь. И то зомби спортивный появляется у меня, да? Дело дрянь. А сколько ты наносишь? Ага, 4 единицы. Сразу же вот так вот. Понял? Просто. Значит, он уверен в себе, чувачок. Или сам уверен. Так, мне пока нечего здесь делать. Давай смотреть, кого он там будет вызывать. О, какой малыш. Раздавить его. Горохострелы. Слушай, неужели это колода на горохах, а? Ведь такое может быть. Ну, давай попробуем. Вдруг нам фартанет с тобой. Слушай, неплохая, в принципе, карта, ребята. Через эволюцию зайдет на ура. Уничтожение всех растений 2 и ниже. Так, зеленая тень задумалась. Заморозка... Слушай, что это за колода у него такая, а? Да не может быть, чтобы это через эти, через заморозку ушла. Не похоже. Так, ну мне здесь нечего делать, ребят. Давай ждать, смотреть, кого он там будет вызывать. Вот, вот это уже по мне, ребята. Подожди-ка, я не понял, почему? 4 или больше. 4, блин, или больше. 1+1 и безумие. Нет, ребят, так не выгодно. Так нам не выгодно с тобой делать. А вот так, пожалуй, зашибись. Давай посмотрим. Че он там, бонусную атаку? Окей. Ну и кто у меня здесь появится? Ты, блин, серьезно, что ли, сейчас? Трындец, ты, конечно, меня тут порадовал. Да, ничего не скажешь. Но зато я смогу уничтожить его ракетой, верно? Ведь смогу? В принципе, да. Ну давай я сюда поставлю. Зачем ты, блин, его пони... Мне нужен был, чтобы 4-3. Ёпрасоты, а. Молодец, сам себе напортачил, ребят.
Сам себе напортачил. Опа, а вот это хорошо, вот это отлично. Все, теперь я могу с ним разобраться. Давай-ка сделаем вот так. Дыч. Все, ребят, поехали. Этот гриб минус. Так, у нас защита должна сработать, да? Хренушки, почему-то не сработало. Ну давай я сюда вот поставлю. О, рискуем мы с вами очень сильно. Так, ну и что ты делаешь? Смотри, что творит, а? Заморозку делает. Так, что мне сделать? Давай-ка этого вот так вот уберем с тобой. Поехали. На тебе. Так, что у нас тут? Плюс 5. Нам невыгодно применять, потому что этот будет прокачиваться, ребята. Окей. Пропускаем ход. Да иди ты в пень. 5-5. А, нет, 5-4. Так, и еще плюс 3-3. Так, 7 хп. Вот как мне вот этого убрать, скажи-ка? Понял. Так, этот парень подкачался у нас, да? Ну, мы с тобой... Твою ж налево. Ладно, уничтожай, ребята, его. Поехали. Пумс. На. Ой. Ой-ой-ой-ой. Что-то сейчас, ребята, может пойти не так, как я хотел. Ты посмотри, а. Я сам себе, ребят, навредил. Хотя... Давай сделаем вот так вот. Угу, эволюцию хочешь сделать? Я тебя понял. Я тебя понял. Так, значит, что мы с тобой можем сделать? Ну, удар, это понятно, да? Так, и что же тут еще? Ну, сделаем с тобой вот так вот. Поехали. Так, у нас останется с тобой 2 хпшечки. 2 всего лишь. Риски, риски, ребята. Ну, если я, предположим, поставлю вот так. Ага. Я тебя уберу, парень, ты в курсе, нет? Так, и сделаем, наверное, вот таким вот образом. Поехали. Все. Зеленую тень разбомбили. С горем пополам, но получилось. Так, ржавый разряд. Ну, ладно, нормально, нормально сыграл парень. Не будем, как говорится, его хайть. Так, нам еще с тобой 2 игры нужно сыграть. И тогда мы получим 100 гемов. Так, за кого бы нам теперь сыграть? Кто-то говорил, давай-ка сыграй за... Как его там звать-то? Заморозк, да. Давай посмотрим, что у него за колода, во-первых. Ну, как тебе сказать? Я не скажу, что колода прям супер-пуперская. Далеко не супер-пуперская, если честно, но... Но сыграть, наверное, за нее можно. Ну, по крайней мере, попытаться. Так, сейчас я посмотрю кое-что здесь. Вот это вот, в принципе, нафиг не нужно. Давай, наверное, мы сделаем так. Уберем с тобой вот это вот. А вот этого, наоборот, добавим. Так, есть рикошет, есть на воде. Так, вот этот зомби, в принципе, ладно, пускай остается. Есть 2 заморозки. Ну, в
принципе, как бы должна зайти. Давай попробуем, ребят. Попробуем поиграть. Поехали. А уж насколько хорошо у нас это получится или нет, сейчас мы с тобой увидим. Сыграть нам все равно нужно с тобой две игры. Так, я жду, жду. Поиск соперника у меня идет. Ну давай, ну хватит уже ломаться, ё-моё. Вот, уже по-нашему. Так, опять мне дали 8-й ранг. Ну это уж слишком низко, мне кажется. Дали бы хотя бы там, ну, 20-й тоже было бы неплохо. А так, вот это я убираю. Остальное, в принципе, меня устраивает. Все любят, ребята, играть именно за горохострелов. Особенно на начальных этапах. Потому что я думаю, что действительно тут довольно легко сделать... Ты посмотри, а? Довольно быстро сделать хорошую колоду на горохострелах именно. Начал он, конечно, шустренько. Интересно, как у него дальше пойдут дела. Давай смотреть. Угу, вот ты как. Обменяемся тогда. Так, что же дальше нам делать? Угу. Поехали. Так, у меня есть заморозка всех растений, да? А также у меня есть перемещение зомби, получает плюс один к атаке. Да ладно. Ты сейчас серьезно это все? Да, походу дела, парень не шутит. Ладушки. Так, охотничьи угодья мы с тобой сейчас можем, да? Потом поставить вот сюда, вот где этот перец стоит. Неужели действительно он на заморозках? То есть должны пойти подснежники или как это? Опа! Опачки, ты глянь! Вот это да, ребята, вот это круто. Так, ладно. Главное этому не дать разойтись. Окей. Ну что, я, наверное, пока... Хотя зачем пропускать ход? Все-таки пропущу. Я хочу посмотреть, что он будет делать. Он может здесь сделать бонусную атаку, наверное, да? Ага, вот как он решил сделать. Хорошо. А тут он меняет на двойной удар. Так, ну что, 6-6. Конечно же, мы с тобой уничтожаем. Не получилось, ребят, но он атаковать не сможет. На-ка. Все, сдулся парень. Так, давай дальше смотреть. Что же ты там затеял, парень, а? Давай вот так я сделаю. Я так и думал, что будет заморозка надгробия. Плюс вытягивает две карты. Так, ребята, поехали. Этого мы уничтожим, да? У нас появится зомби. Так, пока мы с тобой лидируем. Именно в плане ХП. Так, ну что я могу себе здесь позволить? Давай, наверное, сделаем вот так вот с тобой. И пока хорош. Пока хорош. Так, мне кажется, у него там будут подснежники. Также у него будет ледяной перец. Опа. А вот это, ребята, лучше морозить. Вот это лучше морозить сразу же. Я знаю, чем это грозит. Поехали. Так, что он там сейчас замутит? Ага, рикошет случайно. Только не этого, пожалуйста. Норм. В плане?
Такого я больше не переживу, ребята. Понимаешь? Такого я больше не переживу. Поэтому с тобой сделаем вот так вот. Так, а этот у нас на воде может? Нет, не может. Тогда вот так что-то сделаем. Пока все. Че он там? Он может заморозка, конечно. Опа. Опачки. Ты понял? Ребята, если мы выживем, а я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, это мы забираем. Ну и зачем это надо было? О. Подожди, я же не хотел применять. Ё-моё, ребята. Все, тут трындец. Нафига вот это вот? Ой. Я хотел эту карту убрать. Вот этот ураганчик долбанный. Нафига он... Он взял, убрал ту звезду. Ну и что, он сейчас ее вот сюда поставит, и все, ребята. Ему нужно будет нанести урон. Вот и все, он сейчас заморозить меня даже сможет. Видишь, он готовится. Все, ребят, песенка спета. Нахрена я сделал так, чтобы эта звезда улетела обратно к нему в руку. Вот это я тупанул, сам виноват. Не довел вот эту фигню сюда. Жесть. И это 8 уровня. Че-то я как-то сомневаюсь, ребят. Так, разгром, ты меня очень расстроил. Хотя я сам виноват, но не будем за тебя играть. Давай-ка я возьму за меха. Так, изменить. Что у тебя тут хорошего новенького есть? Я даже не знаю. Давай вот это, наверное, уберем. Хотя... Слушай, ну... Блин, какой-то горел, я даже не знаю. Оставим тогда так, как есть. Фиг с ним, попробуем, ребят. Выбрать и сыграть. Я обалдеваю. Как я с этой звездой-то лопухнулся, а? Это было жестко, конечно. Да, из-за этого я и проиграл. Так бы можно было бы выиграть. Хотя, как там выиграть, что же, да? Он замораживает. Плюс у него эти подснежники. Нет, там вряд ли бы я выиграл. Нет, скорее всего смогу, потому что звезда, ребята, она сделала очень много урона. Ну давай ты, соперник, находись быстрее. Блин, мне еще нужно две игры выиграть, блин. Супли там жует где-то. Да ладно, нашли кого-то. И кто это у нас? 30-й ранг? Пенек? Пенек, значит, да? Ага, начинается своих ягодок опять с этих пришлых. Я пропущу пока ход. Не будем здесь ничего делать особенного. Так. Куда ты? Я офигею, ребята, что за фигня? Я хотел отпустить. Опа. Надо его убирать, ребята. На следующем ходу. Или вот так вот. Так даже будет лучше. Угу. Прекрасно. Так, ребята, вызываем теперь этого. Что-то... Ага. Раз и два. Превосходно. Так, что мы тут с собой можем замутить? Давай вот так вот сделаем. Сейчас будет уничтожать мне его. 100% тебе говорю. Ну, я же тебе говорил, что так и будет. Поехали. Так. Что у него там выпало, я не знаю, ребята. Индюшечка, да?
Индюшечка у нас с тобой выпала. Хорошо. Так, давай дальше. Выжидаем с тобой время. Что он там может влепить? Наносит 3 единицы. О, и что ты этим хочешь сделать? Плюс 4, о, даже как. Ты смотри-ка, а. Это ты зря, парень, конечно, сделал. Это ты зря. Пошел, как говорится, прочь. Ну и здесь, наверное, тоже мы так вот сделаем. Поехали. Хоба. Хоба. Так, ну, у него здесь 2 банана появляются. Ладушки. Так, ну что я могу здесь замутить, ребят? Ну, можно, в принципе, вот так вот сделать. Я думаю, что никто не будет против, да? У него 10 кп. Ага, подбивает мне этого, да? Я даже не сомневался, ни на йоту. Так, а ты в курсе, что я могу вот так сделать? Наверное, не в курсе, да, был? Так, ладно, дальше смотрим. Валунчик у нас с тобой, валунчик. Ну что, давай я вот так, наверное, сделаю. Ох, сейчас, наверное, он мне его уничтожит. Ну, получит 5. Сколько он там? 5 в лицо, по-моему, дает при смерти. 5, да, 5 единиц урона. Упс. Так. Немножко дела стали обстоять похуже, ребята. Так, и вот так мы с тобой сделаем. Да ты запарился со своими этими свинотами-то, а? Ты смотри, что творит, а? Растение получает 2 плюс 2. Ну ладно, что дальше? Так, удвоение растения, окей. Все? Допулякался? Блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Так, ребята, делаем с вами. Упс, откуда у него 7-6? А, все, я понял, ребята. Давай-ка вот так сделаем. Для начала. И вот так. Только не говори, что у тебя там опять что-нибудь есть по заклинахам. Хотя у него может быть, да, такой, ребят. Видишь, что творит? Смотри. Окей. Предположим. Так, что дальше? Все, ребят, крышка. Пробивает. 8 в лицо. Офигеть. Вот так вот бывает, ребята. Замех, ну замех, замех подвел. Точнее, не он меня подвел, а я, ребята, так сыграл паршивенько. Ну, что было, то было. Какие карты были, такие были. А вы смотрите и учитесь, какие против меня враги и какие вы можете для себя сделать колоды. Так, ну что, давай опять искать 3 часа с тобой соперника, блин. Так все начинал хорошо, да? И на тебе, приплыли. И кто на этот раз? Да ладно. Он имеет 5-й ранг и уже цитрон у него. Ну попробуем.
Так, соперник утягивает карты. А что, у меня колода пиратов, что ли, здесь какая-то? Я не могу понять. Смотри. Одни пираты. Я ничего не могу здесь сделать, к сожалению. Угу. Так, мы можем с тобой... Ну что, можем бомбануть? Давай, наверное, так и сделаем. Ага. Тогда нет, тогда лучше мы вот этого с тобой уничтожим. Так, дальше у нас с тобой три. Три денежки, да, получается? Ну, давай я, например, сделаю вот так. Что он там делает? Ага. Вот так, понял я тебя, парень. Так, дальше, наверное, мы сделаем вот так с тобой. Сейчас я здесь поставлю свой... Или заморозку будем делать? Ха, смотри, что творит. Смотри, что вытворяет, а? Слушай, а вот так вот не хочешь, а? И вот так вот. Угу. Ну, предположим. Поехали. Так, просвечивает, да? Просвечивает. Ну и что, просветил все? Доволен? Конечно, доволен. Что мы вот так вот с тобой... Опачки. Под заморозочку, да? И шикарно все. Так, сколько у нас? 6-1. Отлично. Так, ребятушки, ну что нам тут сделать? Что бы нам тут замутить? А давай я, наверное, сделаю вот так. Поставлю сюда обжору. Да и хорош пока. Он будет обжор наверняка уничтожать. Опа. Так, растение становится неуязвимым. Понятно. Две картишки, три у него, ребята. Три картишки, ладно. Этого он уничтожит, этого уничтожит. А обжорка у меня не уничтожится, да? Окей. Поехали. Так, начнем вот отсюда. Меняешь? Ну, меняй. Ну, меняй. Так, что он там еще? Шаманство делает, галактических складов. Это ему не поможет никаким образом. А, поможет, ребят, поможет. Я ошибся чуть-чуть. Ну, давай сюда, сюда. Везде зомбарей выставляй своих. Ну что, поехали. Ну, вперед. Минус. Тут прикроемся. Тут уничтожат нам, к сожалению. Так, шикарно. Значит, следующее, что мы с тобой сделаем, это... Блин, это сделать вот так надо, получается. Раз. Раз-два, да? Раз-два. И вот так. Ну что же, смотрим. У меня тоже с картами, ребят, беда. Хоба. Смотри-ка, бац, и заморозочку врубает. Зашибись. Ну ладно, пока еще живем, ребята. Поехали. Так, куда эти бесята упадут? Сюда. Так, ну а здесь обмен. Но у него одна карта, а у нас с тобой... Ух, сейчас мы с тобой кое-что сделаем, смотри. Хоба. Круто, круто, ребята.
Так, давай, родной, выручай. Оу, слушай-ка, ну это круто, на самом деле. Поехали. Так, задумался, да? Цитрончик у нас. Опа! Вот тебе, ребята, и задумался. Вот тебе, друзья мои, и задумался. Ты понял, что он держал у себя в закромах? Вот так вот бывает, ребят. Гаргантюа. Так, при появлении перемещает зомби. Это будет классно. Это будет классно. Давай сделаем с тобой вот так вот. Отлично, слушай, отлично просто. И сделаем, наверное, с тобой. Ну вот так вот, я думаю. Ага, смотрит, вынюхивает. Ну вынюхивай. Тьфу. По барабану абсолютно, ребята. Так, куда переместиться зомби? Конечно, сюда. Конечно же, сюда, ребят. Куда еще там может переместиться зомби? Поехали. Так, а что у него там может быть? Неуязвимость, да, или что? Я уже не помню, если честно. А, он может растение сделать... А, стена орех. О, как. Так, ну что, живем еще с вами, да, получается? Ох ты, как хорошо-то. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Так, влупляем. Так. И вот так сделаем с тобой. А, у него уже есть просвечивает, который точно, ребят. Смотри-ка, сколько он этих понаискал здесь, а, себе. Гад плешивый. Бросай. Так, что у него там? Да ты достал со своей неуязвимостью, а? Ну ты посмотри, ребят. Так, что у меня здесь может выпасть? Оу, ну хотя бы так, ребят. Хотя бы так, ладушки, живем. Угу. Давай сделаем вот так с тобой. Сделаем вот так. И, наверное, вот так. У него тоже там одна карта. Я не знаю, какая. Все? Ну да, по ходу дела все, ребят. Так, перемещаем. Сюда. Че, понеслась? Окей. Так, давай еще на ручку бомбани по ним. Так, одно хп остается, да? Хм. Ну давай вот так вот сделаю. Есть у него здесь кого-нибудь поставить или нету, ребят? Ты посмотри-ка, а. Ёлки ты палки, а. Ну это, ребят, по-моему, фейл. Да, это фейл. Офигеть. Ну как так-то, а? Ну как так? Трындец, выпало.
Че у тебя, бесенок? Я не могу понять. Ландшафта, что ли, не было? Ну-ка, дай я посмотрю. Неужели у него вообще не было ничего, чтобы заменить ландшафт? Блин, у меня всего лишь два ландшафта было. Надгробие, которое я потратил. И вот это, и все. Я уже не знаю, за кого сыграть, ребят. Давай за растение какое-нибудь сыграем, да? Ой, нет, не перец. Вот, пускай это будет у нас бабах. Играть за него. Мне нужно сколько там? Две звезды всего лишь. И мы перейдем с тобой в 20 ранг. Нашли. И по ходу дела опять отменился, да, чувачок? Нет. 12 ранг. Окей. Давай смотреть. Да блин, что вы мне вот такое-то все даете? Просто офигеть, какой мощный, ребят. Так, заморозка. С чем он, интересно, хочет нас побаловать? Своими супер-пупер заморозками, что ли? О, как начал, смотри-ка. Как ты круто начал, а, парень? Ну ладно, поехали. Минус. Так, ход зомби, давай ходи, зомби. Да что ты. Давай-ка вот так с тобой сделаем. Я не знаю, кто там, ребята, у него может быть, а? Ну не повезло, что же сделаешь. Так, двигаемся далее. Заморозк задумался. Хочет, наверное, убрать, да? Мой ландшафт. Русалочка у него, ё-моё. Ребята, русалочка, я не могу. Не могу я туда поставить мину. Придется ждать виноградинку. Понимаешь? Придется ждать виноградинку. Ладно, подождем. Ага. Ага. Погнали. На тебе. Ах ты, смотри, что творит. Но с одной стороны, мне даже так выгоднее будет. Виноградинка никогда не будет лишней. Этот, конечно, возьмет карту. Тут понятное дело, ребята. Окей. Что ты там дальше придумаешь? Вот так, да? Решил сделать. О, парень, парень. Так, во-первых, вот так. Ну, во-вторых, вот так. Кто там у тебя? Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Бум сейчас будет. Нормуль. Очень даже неплохо. Ну что, пиратик, все, доигрался. Теперь моя очередь, да? Как говорится, веселиться, наслаждаться. Ну, о, о как. О как, ребятушки, он ставит, смотри-ка. Ну, давай я сюда поставлю минку, к примеру. А раз ты такой смелый. А сюда поставлю вот так, неуязвимость. Кто там у тебя? Ой, ой-ой-ой, как больно, как страшно. А, он же перемещается, точно, ребят, он же перемещается. Ёлки-палки, я совсем забыл. Огрел, огрел тут. Не до шуточек, на самом деле. Так, ладно, смотрим дальше. Ага, еще что ли один гаргантюа? Так. Начинается, ты посмотри, начинается. Ну что? Здесь поставим амфибию. Ну, а сюда вот так вот. Опа. О, а здесь пиратик у него, оказывается, еще был. Так, срабатывает защита. Мы с тобой бомбим вот сюда. Так, иди отсюда. Отлично. Так.
Чуть-чуть не хватает мне мимика использовать. Чуть-чуть, ребят. Такой наивный, блин, а ты посмотри на него. Угу. Прокачать решил, да? 5-5 будет. А, 4-4. Уничтожает. Ладно. Все, допрыгался кузнечик, короче. Теперь моя очередь. Теперь, друзья мои. Да мне пофиг, что он там ставит, ребята. Короче, делаем. Вначале мимика. Потом вот так вот. Ну, как ты у тебя там? О, как ты меня напугал, господи. Я ж бегу, трясусь, бедолага. Ну, и чё? На-ка. Получи. Ух ты. Ну, опять надгробие у тебя там, да? Надгробие. Предсказуемо все, ребята. Ага, рикошетик у него был. У него там был рикошетик, понимаешь? Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Все, сдался. Я лишний раз убеждаюсь в том, что разгром, точнее, заморозк, ну, на самом деле, ватный. Как персонаж, он ватный. Ну, вот мы с тобой и перешли на 20 ранг, как я и хотел, друзья мои. Новая лига 150. И плюс... А, мы еще одну должны выиграть. Так. Тогда мы с тобой не закругляемся. Давай попробуем сыграть за... Так, можно изменить? Это что это у меня за... Что это у меня за колода такая вообще непонятная? Ребята, я вот серьезно говорю, я не понимаю, что это за колода. С чего я вдруг ее такой сделал? И нехилый фиг пойми что. Давай-ка мы, наверное, изменим кое-что здесь. Хочу, например, взять винограда, добавить сюда, да? Плюс ко всему прочему... Так, подожди, я что тут, на грибах, что ли? Точно, ребята, эта колода какая-то на грибах должна была быть. Точно. Хм, но меня это не устраивает. Так, давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Плюс ко всему вот так. Вот это, наверное, возьмем с тобой. Так, сколько? Еще две карты я могу взять, да? Естественно, авокадушку. Как-то вот не то, не сё. Сколько? Зачем мне столько этих? Не надо. Давай вот так вот добавим с тобой. Мимик. Мимика надо взять. На самом деле бред какой-то. Видишь, я хотел на чём. Вон, сколько грибов. А если я уберу, здесь у меня вообще ничего не останется, да, получается? Грубо говоря, даже играть некем будет. Ладно, возьмем, сделаем так. Так. Вот этого, наверное, можно взять одного. Что-то колода, ну, вообще ни о чем. Давай возьмем газонокосилку. И, пожалуй. Да и это-то зачем мне тут? И больше брать некого. Не хочу, ребят, не, ну ладно, одну партию сыграем с тобой за подсолнух, но... Ну что это такое? Вообще никакого выбора нету. Просто никакого выбора нету. Ну давай вот этого возьмем вообще, все. Заведомо, походу, проигрышная у нас здесь будет с тобой комбинация, на самом деле. Ну... Фиг сделаешь, ребят, попробуем разочек. Хо-хо, вот тебе хо-хо. Так, авокадо, астракадо. Поехали. Вот тебе, ребят.
Вот, вот тебе, ребята, халявный выигрыш, который я хотел. Не знаю, ребят. Ну, что сделано, то сделано. Главное, что мы с тобой получаем 100 гемов. Вот так вот. Ну что, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!